зубастая петрошина. Вот это след я тормозил. Колесо на юз не ушло, конечно, но вот это начало, где я начал тормозить. То есть дорогу офигенно держит. Это все, вот эта вот вся длина, тормозной путь. И это не на юз колесо шло, а это все тормозило. Так, а чего я стал? Я накачал колесо 2 атмосферы. Ну, понял, что это много. 1,5 накачал. Ну и на 1,5 было. Ну хорошо, ехало неплохо. Без вопросов. Спустил с 1,5 на 1. Да, там где-то в лесу едешь неплохо. Но по дороге. Ну, по асфальту тоже как бы более-менее неплохо. Но вот по такой гравейке у меня очень сильно начало носить зад. С таким ощущением, что я думаю, может, колесо спустило. Сейчас, если получится, покажу. Покачаю мотоцикл, может, будет видно, как... Почему гуляет жопа. Я сейчас пихну, может, видно будет. Колесо, резина стоит на месте, а мотоцикл гуляет. Блин. Наверное, видно не будет. Ну, мотоцикл. Четко резина стоит в песке, а мотоцикл гуляет влево-вправо. Вот. Качает вообще капец. То есть единицы очень мало. Ну, для таких условий, по крайней мере. Лучше 1,5 накачать и 2. Много, конечно. 1,5 вообще четко. Есть без вопросов. Попробую сейчас сниму. Сейчас. Опа. Ну вот так вот. Роет на ура. Тормозит, тоже кидается в песок. Такая петрошинка. Он меня ждет. Дальняя дорога.